Мы на месте. Хорошо. Даю команду сканеру. Сканер отключает эту голограмму до последнего чипа датчика импланта и конвектора. 1, 2, 3. Пошло отключение. Все это выходит вместе с голограммой. Выходит также сопутствующая энергия голограммы. И как выйдет, отправляется автоматически в клетку-тюрьму. Она как толстое стекло перед ней. Да ты что? Прозрачное. Готово. Мы сейчас узнаем, интересно, кто это. Выстраивая канал от этой голограммы, притягивая ответственного, где бы ни находился. Стоит в клетке тюрьмы. Да, будет так, а так и есть. Гуманоид. Откуда ты? Нибиру. А почему ты пришел к ней? Нибиру. Забрать ей чистые энергии. Да ты что? А кто ж тебе их собирался отдавать? Тебе давали разрешение? Или ты считаешь, тебе не надо разрешения? Я смог пробраться на ее свет через ее защиту. И как ты пробрался через ее защиту, расскажи мне. Через неосознанность. Материальный образ жизни. Интересно. Хорошо. Сколько ты находился в ее биополе? Дней? 4. Я не могу понять. Мы буквально ее недавно чистили. И вот опять у нее подключка. Так в чем же проблема, гуманоид? Ты объяснишь? У нее нет глубокого понимания души, а также нет глубокого чувства души. Есть любопытство и знания, которыми она себя обволакивает, но это ничего общего не имеет с намерением. Здесь я тебе не могу ничем возразить. Хорошо. 4 дня. Выстраиваем. Сейчас по-любому надо будет забирать все. Я даю команду о тонкой копии Ильзы спроецировать все энергетические сферические каналы к гуманоиду и его голограмме. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной негативной низкой вибрационной энергии, которую она получила от гуманоида, а также все программы отключаются, негативные мысли формы. 1, 2, 3. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ильзе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она получила от них, возвращается назад. Страх, беспокойство пошли сразу. Страх и беспокойство. Вот то, что транслировала эта голограмма. Хорошо. Забота идет слово. Страх и беспокойство за тех, о ком она заботится. Мы передадим эту информацию. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Ильза забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Ильзе себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Но и радость, и спокойствие возвращается. Хорошо. Вернее, сперва спокойствие, а потом радость. Все, 4 дня. Готово. Хорошо, Ильзе, мы закончили сейчас вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Прекрасно, она показывает на гуманоида, что с ним будет. Мы сейчас узнаем, что с ним будет. Вы понимаете, почему он пришел? Он объяснил. Вы все понимаю. Поняли? Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня гуманоид с Нибиру. 4 дня сидел с голограммой. Он мне дал ценную информацию о причинах подключки. У меня вопросов нет, если у тебя есть, пожалуйста. Мы заберем его на проверку. Хорошо. Голограмму уничтожать? Да. Открывая под голограммы. Канал в галактическое ядро 1, 2, 3. И эта голограмма уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Забрали? Да, забрали. Да. Хорошо, все чисто, у нас там больше ничего нет, да? Нет. Хорошо, мы готовы к встрече с куратором. Альфа Центавра была, по-моему, да, Вера? Да. Я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Ильзы. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Ильзы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех. Дайте мне закончить формирование. Пожалуйста. Я не очень представлял, куда мне придется прийти, но это место чувствуется энергетически приятным. И я представлюсь. Меня зовут Айвен. Айвен. Вы куратор Айвен? И я куратор.
Мы приветствуем вас, уважаемый Айвен. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом находится ваша подопечная Ильза. Мы проводили чуть раньше ее чистку. Сегодня мы проводили ее проверку. И у нее остались 10 вопросов. Она написала, обратилась к нам с просьбой задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемый Айвен, ответить на эти вопросы? Да, это очень непривычная связь. Находясь в комнате, контактировать напрямую со своим подопечным. Я благодарю вас за эту возможность. Это буквально недавно появилось, безусловно. Энергия здесь присутствует, арго, все чисто. Я уверен, вам понравится. Я уже сказала, что это чувствуется. Замечательно, хорошо. Не будем терять времени, начинаем с первого вопроса. Первый вопрос. Какова моя задача в этой жизни? Задача любой души – идти к осознанности, передвигая на высшие ступени свою душу и высшее «я». Что такое осознанность? Я объясню. Осознанность – это то, что внутри тебя, то, что ты получаешь с опытом, анализируя, принимая. Это те эмоции и опыт ситуаций, которые не несут в тебе лишних эмоций, а хранятся как сделанный вывод, на основании которого душа становится выше и поднимается над обстоятельствами, перерабатывая свои поступки и поступки других. Таким путем, на основе такого опыта, каждая душа продвигается в своем развитии. Мы называем это осознанностью, осознанность высшего «я» или души. Вы употребляете шкалы для этого. Мы видим по цветам и стержню, насколько он спокоен и развит. Благодарю. Благодарю вас за этот развернутый ответ, уважаемый Айвен. Я перехожу ко второму вопросу. Какова моя сфера деятельности, в которой я должна работать? Это все материальные вопросы. Вопросы планеты Земля. Если ты прислушаешься к твоему сердцу, ты сама сможешь ответить на этот вопрос. Я вижу, что в самом вопросе находится ответ. Есть деятельности, которые близки к тебе, а есть, которые недопустимы, и ты не думаешь о них. Проработав эту ситуацию, послушав свое сердце, не спеша, ты сама можешь ответить на этот вопрос. Я куратор не для того, чтобы говорить тебе, в какую сторону тебе идти. Путь ты выбираешь сама. Благодарю вас. Мы просили не задавать материальные вопросы. Мы объясняли, интересуется только духовным развитием души. К сожалению, такие вопросы встречаются. Мы попросили, и человек вот так написал. У нас еще осталось, я думаю, еще тут несколько материальных таких вопросов. Я оставляю за вами право, как на них отвечать. Мы можем продолжать, уважаемый Айвен. Я немножко поправлю тебя. Пожалуйста. Мы контролируем пребывание души на планете Земля. И, конечно же, в первую очередь духовную составляющую, но сознание и осознание приходит после определенного опыта. Поэтому ты сама должна набирать свой опыт, и я не могу тебе указывать, в какую сторону идти. Я могу лишь давать знаки, которые приведут тебя к правильному решению. Благодарю за это дополнение. Здесь все понятно. Продолжай, пожалуйста. Куратор просто не будет на себя брать ответственность. Это в конце концов. Я не имею права брать ответственность. Абсолютно верно. Третий вопрос. Во-первых, а во-вторых, душа сама должна принять решение, подумав. Это легко. Это все чувствуется сердцем. Прости, что перебил тебя. Я прошу прощения, я вас перебил. Третий вопрос. Почему я не умею заработать достаточно денег, чтобы осуществить мечты и быть финансово стабильным? Потому что ты хаотична и не цельна внутри. Ты видишь лишь маленькие моменты и не можешь собрать их в целый пазл. Посмотреть со стороны, как наблюдатель, чтобы понять, что тебе мешает. Ты довольствуешься маленькими моментами, собирая их. Не путай, пожалуйста, с деталями.
замечать детали. Может, не каждая душа. Это определенный уровень развития. Видеть маленькие детали, знаки, замечать определенные ситуации. Я хочу сказать, что ситуации, приводящие к тебе, к, опять же, знакам и твоим душевным соответствием, я бы назвала это так. Так вот, хаотичность внутри тебя, мимолетные сборы информации не дают тебе глубины, а дают лишь поверхностное знание. Это касается и экономического вопроса. Ты можешь вкладывать много энергии, но не замечая ничего вокруг, не расширяя информационные каналы, ты будешь идти только в одном направлении, узком. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Айван. Можем продолжать или вы хотели дополнить что-то? Продолжайте. Четвертый вопрос. Я не совсем понимаю вопрос, может, вы поймете его лучше. Какова моя задача в жизни мужчины, чтобы добиться гармоничных, любящих и поддерживающих отношений? Мне как куратору трудно разгадывать ребус вопроса. Короткий и четкий вопрос принес бы больше результата, но я могу предположить, что это вопрос о гармонизации энергии с противоположным полом. Абсолютно верно. Здесь есть много практик. Самое лучшее – это разговор откровенный. Найди время со своей парой. Сядьте за стол, возьмитесь за руки, смотрите в глаза друг друга и обсудите ситуации гармонии. Хотите ли вы дальше идти вместе? И как поступать в определенных ситуациях? Я прошу прощения, я назвал самые крайние ситуации, но принцип разговора понятен. Это свободное время для себя и обязательно смотрите в глаза. Глаза не подводят. Это верно. Глаза говорят правду. У нас говорят глаза – зеркало души. Это так. И есть. Глаза отводит тот, кто не готов. Или врет. Я не буду продолжать этот список. Я лишь хочу заметить, как гармонизировать отношения, но это должны хотеть оба. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Айван. Переходим к следующему вопросу. Откуда я? Пятый вопрос. Альфа Центавра, как ты уже убедилась, увидев свои энергии при активации души. Позвольте поприветствовать. У нас первый раз в комнате диагностики присты для Альфа Центавры. У нас еще не было. Мы очень рады вас видеть, уважаемый куратор Айван. Благодарю за прием. Идем дальше. Пожалуйста. Шестой вопрос. Какая духовная практика лучше всего подходит мне для духовного развития и возможности самой передавать информацию? Чтобы передавать информацию, ее нужно научиться принимать. Принимать правильно от правильного источника. Практика визуализация – это самая простая и самая важная практика. С нее все начинается. Не имея возможности визуализировать, все остальное будет направлено в пустоту, так как это первый шаг в понимании себя и погружении. Например, твои энергии алмазно-золотые. Если ты не сможешь их представлять, ты не сможешь ими управлять. Благодарю. Благодарю вас за этот четкий и понятный ответ, уважаемый Айван. Я перехожу с вашего разрешения к седьмому вопросу. Верю в силу кристаллов, ношу амулеты и браслеты из разных камней. Скажите, пожалуйста, какой у меня амулет на удачу, ношение которого я ускорила бы рост, мой рост на всех уровнях? Духовное, финансовое и женственное. Мне трудно отвечать на такие вопросы. Скажу по-другому. Я уже сказал цвет твоих родных энергий. Сама выбери кристаллы, которые будут приятны твоей душе. Алмазно-золотые, гибкие энергии. Постарайся найти такой кристалл, если он важен для тебя.
Но я бы хотел указать, что важнее всего это твой стержень, который ты будешь представлять, управляя этими гибкими энергиями. Это принесет тебе намного больше пользы, чем кристаллы. Но если твоим пребыванием на Земле нужны кристаллы, как я уже сказал, выбери то, что твоей душе притянет на основании цветов твоей души. Благодарю. И срезонирует, возможно. Благодарю вас, уважаемый Айвен. И я перехожу к следующему вопросу. Какая страна на Земле наиболее подходит для меня, для души и реализации наполнения жизни? Та страна, где спокойно твоей душе, где ты принимаешь информацию более четко и открыто. Та страна, где тебе спокойно, и ты можешь развиваться в своем развитии. Дальнейшем без угрозы и хаоса со стороны. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Айвен. Девятый вопрос. Пожалуйста, напомните мне, кем я была в прошлых жизнях и какие навыки я привезла с собой в эту жизнь. Хорошо, я посмотрю. Танцовщицей, пиратом. Какие-то года и где? Извини, но я отвечаю на вопрос. Прошу прощения. Вопрос стоит, кем я была в прошлой жизни. Абсолютно я верно. Просматриваю жизни. Танцовщицей, пиратом, медиумом, рабыней. Я говорю про жизни на Земле. Я Были понял. Другие воплощения. Мне смотреть дальше? Нет, благодарю вас. Я не думал, что мы пройдемся по всем жизням. Мы понимаем, вы куратор на эту жизнь. Правильно было бы ей задать вопрос. Ответил на поставленный вопрос. Там была вторая часть, что я вынесла из этих жизней или что-то похожее. Повтори, пожалуйста. И какие навыки я взяла с собой в эту жизнь? Из разных жизней разные навыки. Боль, жажда жизни, любовь и много других навыков, которыми полна твоя душа. Благодарю вас, Айвен. Мы хотели добавить что-то или можем дальше продвигаться? Продолжайте. Что мне добавить? В принципе, нечего добавить. Здесь все понятно. Вы больше, чем надо, объяснили. Как вам был поставлен вопрос, так вы и ответили. Я перехожу к десятому вопросу. Здесь ситуация, и ей это важно, как я понял. Следующей осенью мой сын должен пойти в школу, но я сопротивляюсь системе образования и не хочу отдавать своих детей в традиционную школу. Что мне, как матери, делать правильно, чтобы не сломать ребенка с системой? Я бы хотел подвести итог по всем вопросам. Из всех вопросов были ответы в самих вопросах. Ты спрашиваешь, в какой стране тебе жить, и тут же говоришь, что ты недовольна образованием. Ты можешь образовывать своего ребенка дома на домашнем обучении, если ты противишься образованию в стране, в которой ты живешь. Задавая этот вопрос, ты отвечаешь на предыдущий вопрос, в какой стране тебе жить. Абсолютно верно. Как вы четко все подметили, так и есть. Ответ лежит уже в самом вопросе. Она, скорее всего, мне кажется, подтверждение хотела получить от вас. Это есть и то, о чем я говорил. Ты хватаешь мимолетные ситуации, не складывая их и не заглядывая в глубину своей души и сердца. Поэтому ты не можешь получить общий пазл, из которого ты смогла бы раскладывать правильные движения и выбирать правильный путь. Подняться над ситуацией, посмотреть все ее аспекты и понять, как оно все вместе взаимосвязано. Чтобы подняться, нужно иметь стержень внутри и понимание происходящего. Имея лишь мимолетные видения ситуации, ты так и будешь находиться между ними. Не чувствую глубины. Продолжай, пожалуйста. Уважаемый Айвен, это был последний, десятый вопрос. У меня больше вопросов нет. Если вы хотите сейчас активировать ее стержень, если она готова, или добавить от себя что-то добавить, это был бы самый лучший момент. Я уже добавила от себя. Я старался не обидеть, а указать на слабые места. Конечно, я активирую энергию. Протяни мне руки, и ты почувствуешь связь
Она похожа на ток. Мелкие вибрации пройдут через твои ладони, и энергия внутри тебя, твой стержень, активируется и наполнится. Благодарю. Уважаемый Айван, благодарим и мы вас. Мы передавали технику выдавливания негатива из себя после ее чистки. Мы говорили и видео давали ей, как заполнять себя родными энергиями и понимать вибрации, а также синхронизировать и гармонизировать. Во всяком случае, в ее власти лежит, использовать это или нет. Все остальное лежит в ее руках. И работа над собой, это, безусловно, все только благодарю ускорит. За вашу помощь. Уважаемый Айван, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики, о которой вы еще не знаете. В этой комнате диагностики каждый куратор и каждый учитель, который к нам приходит, а были их сотни, мы всегда делаем один определенный и очень добрый такой подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые только есть на Земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Айвана передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его ответы. И просто это на очень душевно. На добрые воспоминания, мы очень рады. Я с удовольствием принимаю этот подарок. И я бы хотел преподнести свой подарок. Пожалуйста. Алмазные энергии в виде талисмана на энергетическом теле. Раз для тебя так важны кристаллы, я дарю его тебе. Замечательно. Опишите, как он выглядит, Айван? Каплей из алмазно-золотых энергий. Замечательно. Уважаемый Айван, передавайте, пожалуйста, от нас привет вашей родной планете Альфа Центавра. И это звезда. Я прошу прощения, вашей звезде Альфа Центавра. Мы рады будем всем кураторам, до которых достучаться. Скопление трех звезд. Скопление трех звезд. Я прошу прощения, безусловно. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Будем рады открыть им эти двери, освободить их. Ну, а в эти двери им придется идти уже дальше самим. Благодарю вас за эту встречу. Благодарим и мы вас. Примите искреннюю энергию благодарности от нас на этом месте. И мы желаем вам всего наилучшего. И говорим до скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Мы закончили встречу с вашим куратором, уважаемая Ильза. У вас вопросы остались? Да, наверное, у меня больше вопросов, чем ответов. Я в большом замешательстве, радости и энергетически наполнена. Мне очень приятен подарок моего куратора. Я буду помнить и хранить на энергетическом уровне этот кристалл. Вы всегда можете встретиться со своим куратором. Во всяком случае, со временем у вас получится возможность. Только задавайте ему короткие вопросы. Короткий вопрос – это всегда короткий ответ. А как на связь выходит, вы выстраиваете канал от своего стержня к своему куратору. Вы его имя знаете. Зовете его, и первое, что вы слышите, это его ответ. Он всегда к вам подключен. Важно только не анализировать всю эту информацию и задавать короткие вопросы. И вот таким образом вы сможете с ним общаться. Но это следующий этап. А сначала начните с визуализации, как он вам посоветовал. Обратите внимание на ответы вашего куратора. Это все было очень глубоко и очень правильно сказано. Я уверен, вас это приведет к дальнейшему развитию. Если захотите со временем встретиться со своим высшим «Я», мы можем вам тоже предоставить такую возможность. В таком случае мы всегда приглашаем и куратора в комнату диагностики вашего Айвана, и вы сможете еще раз с ним встретиться на астральном плане. Хорошо, Ильза, сейчас мы закончили и будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Ильзы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.